Мы вас хотим поздравить с наступающим 8 марта, пожелать удачи на дороге и всего самого наилучшего. Весенними тюльпанами и хорошим настроением порадовали прекрасную половину человечества сотрудники Одинцовской госавтоинспекции. В качестве подарка дамам вручили не только цветы, но и световозвращающие брелоки. Слушайте, ну очень приятно, да, неожиданно, я даже полезла за документами. Готовилась показать документы, не ожидала. Для автоледи мужчины на дороге – настоящие джентльмены. Галина за рулем почти четверть века. Признается, в помощи никогда не отказывали. Мне всегда помогают мужчины на дорогах. И самое главное, инспектора ГИБДД, ну, мне, видимо, везет и в мужчинах, и в окружающих. Всегда помогают. Если у меня что-то случается, я первым делом иду за помощью мужчинам. Не остались без внимания мужчин и те девушки, которые только получили водительское удостоверение. Поздравляю вас, вступили в ряды автомобилистов. Также поздравляю вас с Международным женским днем. Спасибо большое. Всего доброго. Софья успешно сдала экзамен, и теперь она официально автомобилист. Путь был непростым, признается девушка. Не сразу разобралась со сцеплением, да и остальные педали научилась чувствовать только со временем. Эйфория огромная просто, вот. Не думала даже, что сегодня сдам. Сама себя удивлена. А вот Анна уже опытный водитель, за рулем почти 4 года. Пришла в госавтоинспекцию, чтобы забрать права после смены фамилии. Приятный сюрприз в виде цветов порадовал, как и ее тезку Анну Быковскую. Я не ожидала. Я часто видела по телевизору, но никогда не думала, что сама попаду. Неожиданно от сотрудников полиции получить помимо номеров еще на машину и... Очень вкусно пахнущие цветы. За приятной акцией стоит важная миссия – напомнить дамам за рулем о важности соблюдения правил дорожного движения. Карина Гиряшева, Денис Харламов, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».